Министерство финансов отчиталось, что Пермский край справляется с кризисом. В бюджет края поступила половина от запланированных на 2022 год доходов, это 110 миллиардов рублей. В отчете они подчеркивают, что это на четверть больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Казалось бы, краевой бюджет уже второй постковидный год имеет огромный рост, ломится от денег, и санкции никак не повлияли на пермскую экономику. Но все ли так безоблачно? Ждет ли нас в этом году кризис? К чему готовиться? Давайте разбираться. Но сначала поставьте лайк под этим видео, иначе YouTube не будет показывать его другим. Помогите выжить нашему каналу. Если у вас есть возможность, станьте нашим регулярным спонсором и пожертвуйте любую сумму. Ссылки в описании. Сбор налогов в Пермском крае за первые 6 месяцев вырос. После ковида мировая экономика проснулась, и наши полезные ископаемые покатились в огромном количестве и с рекордным прайсом. Безусловно, этот тренд мог бы продолжаться. И дальше, и через налоговые поступления мы могли бы рассчитывать на новые больницы, школы и крутые общественные пространства. Даже, может быть, и стройку зоопарка опять завалили бы деньгами. Но один пожилой автократ захотел стать международным террористом. Я не такая. Я вот такая. Важно понимать, что когда Минфин бодро отчитывается о сверхдоходах, он, по сути, отчитывается еще за довоенное состояние рынка, о прошлых, еще довоенных контрактах и прибыли предприятий от них. Даже официально сообщается, что сохранить устойчивость краевой казны в период санкций удалось за счет высоких цен на международных рынках нефти и калийных удобрений. Еще одна причина сохранения доходов Пермского края обусловлена тем, что наша экономика не зависит от производства и продажи газа, добыча которого с начала года упала аж на 12% Российской Федерации. В 2023 году вступают самые чувствительные санкции на Россию. Это ограничение экспорта нефти. Предполагается, что постепенно в течение нескольких лет европейские страны перестанут покупать до 70% российской нефти. Самые чувствительные. Они потому, что 36% прибыли нашего федерального бюджета, или 9 триллионов рублей, зависит от продажи нефти и газопродуктов. По оценке Bloomberg, от запрета Россия потеряет 10 миллиардов долларов. Это по нынешнему курсу примерно 500 миллиардов рублей, или 1 триллион по довоенному курсу. В бюджете Пермского края доля доходов от нефтяных компаний составляет тоже примерно треть, по словам самих нефтяников. Какое конкретно количество нефти из Пермского края попадает в Европу и сколько край зарабатывает на этом, точно неизвестно. Наш прогноз по нефтянке. В этом году добыча нефти достигнет максимума за весь постсоветский период. В прошлом году добыча достигла 15,3 миллиона тонн, а максимальная добыча была двумя годами ранее, в 2019 году. Это 15,7 миллионов тонн. В 2022 году, на наш взгляд, добыча будет немного побольше. В 2023 году добыча, к сожалению, резко уменьшится из-за введения эмбарго в европейских странах. Всю нефть перенаправить на другие рынки вряд ли получится. И добыча упадет примерно, на мой взгляд, на 10-20% по аналогии с федеральным бюджетом. В 2023 году серьезных сокращений сотрудников в нефтеперерабатывающей сфере не будет, но возможно падение доходов и зарплат сотрудников предприятий. Если вы работаете на нефтянке, готовьтесь, что вам урежут премии уже в следующем году. Еще один фактор роста доходов краевого бюджета в первой половине этого года – это огромные цены на удобрения. Мировое сельхозпроизводство и потребление после ковидных годов очень быстро восстановилось. Сейчас цены на аммиачные удобрения, которые производит Пермский завод минеральных удобрений, после значительного роста в начале года, все же сейчас упали почти в 2 раза. А калийные удобрения, которые в Пермском крае производят в Соликамске и Березняках, выросли на 30% с начала года. На данный момент, по нашим источникам, калийные предприятия в Березняках и Соликамске и завод минеральных удобрений в Перми работают на полную мощность. На них санкции пока не сказались. Наш прогноз. Выработка предприятий по году будет рекордная. Но из-за укрепления рубля в рублевом эквиваленте доход предприятия не увеличится. В 2022 году бюджет получит примерно столько же налогов. В 2023 году, на мой взгляд, ситуация с недостатком газа, главным сырьем для производства аммиачных удобрений, вызовет снижение производства аммиачных и фосфорных удобрений в Европе, а значит, увеличит их недостаток на рынке, что позволит пермским предприятиям продавать больше, несмотря на общие санкционные трудности. Пермский край не будет получать больше доходов от экспорта удобрений, но и серьезно не потеряет. Другие сферы промышленности. Снижение покупательной способности, увеличение бедности серьезно скажется на строительном рынке. Даже, по словам министра строительства Хуснулина, спрос упадет на 10-20%. А в 2023 году стоимость квартир может обвалиться, прогнозируют аналитики. Наступит в ближайшие месяцы обязательно момент, когда будет валиться спрос, вместе с ним и цены. Вот, друзья мои, хотите продать жилье, делайте это прямо сейчас. Хотели купить, не спешите. А предприятиям грозит серьезный кризис. Уже сейчас наблюдается кризис на некоторых больших предприятиях в Пермском крае. Завод по производству фталиевоангидрида и фумаровой кислоты «Комтекс Химпром», бывший завод Орджоникидзе, прекратил производство уже сейчас. Официально из-за сложностей в доставке продукции. Продукция завода доставлялась в Европу, Бразилию, Турцию и другие страны. На заводе работало более 500 человек. Компания «Акрон» на Талинском ГОКе, это тоже рядом с Березняками, в марте прекратила разработку новых стволов из-за трудностей поставки оборудования из Европы. Сейчас они занимаются только достройкой старых стволов, а планы были вот такие. Мы разработали систему питания культур, которая позволяет рационально использовать удобрения для повышения плодородия почвы, увеличения урожайности, улучшения качества продукции при бережном отношении к окружающей среде. Амбициозные планы и устойчивое развитие. Амбициозные планы разбились о сумасшедшие планы одного человека бомбить города и убивать людей. Пермский край отправляет в федеральный бюджет более половины своих доходов. Кризис, устроенный Путиным последние 8 лет, заставляет федеральное правительство грабить регионы все сильнее. Например, в 2016 году мы отдавали в бюджет 54%, в 2020 году 63%, а начиная с 2021 года 68% всех собранных налогов. Это больше 150 миллиардов рублей. При этом дотации, возвращение обратно из бюджета Российской Федерации, все уменьшается. Например, в 2020 году 16,5 миллиардов рублей, в 2021 году 6,5, а в 2022 по прогнозам всего 5,2 миллиарда рублей получит Пермский край из федерального бюджета. Подведем итоги. Даже несмотря на санкции, ничего не мешало крупным предприятиям Пермского края развиваться, торговать и получать сверхприбыли. Ничего не мешало расти бюджету Пермского края. Европа и США, несмотря ни на что, с удовольствием торговали с нами и нефтью, и газом, и удобрениями. И делали бы это дальше с утроенной силой, если бы Путину не захотелось повоевать. В этом году и в будущем году мы не увидим резкого падения краевого бюджета. В каких-то отраслях катастрофу заткнут федеральными деньгами. Какие-то отрасли переориентируют цепочки поставок в Азию. Но падение краевого бюджета и рост общей бедности будет постепенным и ползучим. Мы уже не сможем купить нормальную еду, а край и так строил очень мало школ, больниц, не покрывал даже половины из необходимых потребностей. А теперь будет строить еще меньше. Старые школы будут потихоньку разваливаться, тоже с больницами. На общем фоне обнищания будет еще сильнее расцветать коррупция. Сейчас краевой Минфин радуется большому количеству денег в бюджете, а губернатор, согласно отчету об исполнении бюджета за 7 месяцев 2022 года, потратил на себя любимого на 300% больше, чем в прошлом году. Но эта радость будет недолгой, и вместо роста мы совсем скоро получим спад. Катастрофы не случится, мы все выживем, но вместо улучшения жизни огромное количество упущенных возможностей. Это был экономический прогноз канала Пермь 36.6. Берегите себя и своих родных, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте наши видео своим друзьям и заходите в наш ТГ-канал. Канал Пермь 36.6 следит за нормальной температурой в городе. Пока-пока!